Не знаю, почему так бывает, но даже когда после работы в Starbucks зайдешь, в надежде купить кофейку, дадут какой-нибудь сухофрукт пережаренный, отдаленно напоминающий запах кофе, а по вкусу совсем не то. Либо за 30 рублей в каком-нибудь ларечке с шаурмой возьмешь стаканчик растворимого кофе, а он похож на кофе, как натуральный. А? Дива. Дивное, чудо-чудное. Магия, блин. И после работы, когда идешь домой, уже стало нормой и традицией выпить чашечку кофе. И это кофе действительно бодрит. Как ни странно. Как и должно бодрить, а не просто забивает непонятно чем твой желудок. Кстати, хорошая тема, если долгое время пить кофе без сахара, то более лучше начинаешь разбираться во вкусе самого кофе. Ну, я имею в виду черный американо. Экспрессо я пока не рискую. Потому что и можно и сердце прилично посадить из-за маленького объема и большой дозировки. И много разных нюансов. Его лучше употреблять все-таки рано утром, на мой взгляд. Напишите в комментах, кто как думает. Странно, но зимой почему-то термокружка у меня есть, термос. Вот, для кофе нужно сделать дома. Нормально так идти пить, как бы адекватно. А летом из-за своего веса не очень охота ее с собой таскать. Хотя она более-менее нормально держит и не проливает. Драгоценный напиток. Но это опять же сугубо мое личное мнение. Оставляйте свои комменты, подписываемся на канал. До следующего Жора Бжорыча. Всем пока!